На ковре А борцы весят до 65 килограммов. В красном трико Ринчинов. Ему 19 лет, кандидат в мастера спорта. Представляет команду Республики Бурятия. Победитель первенства Республики Бурятия. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 города Улан-Удэ имени Валерия Сидеева. Первый тренер Мефтахов. Ратнаев в данное время тренируется под руководством Немаева. Борец синим трико Алексей Мантатов, 26 лет, мастер спорта России. Победитель чемпионата Республики Бурятия, тренируется в школе Олимпийского резерва номер 7 под руководством Аюра Алдарова. Готовится к следующей паре борцов. Гергенов Лев, Республика Бурятия. Фомин Олег, Республика Саха-Якутия. На ковре Б в красном трико борется Авакумов Албан, Республика Саха-Якутия. Ему 23 года. Албан является кандидатом в мастера спорта, призер первенство Дальневосточного федерального округа среди юниоров. Представляет команду спортивного клуба Республиканский центр спортивной подготовки. Тренируется под руководством Дмитриева Макарова. В синем трико борется Кривошапкин Владислав. Республика Саха-Якутия.
Победу на туше одержал Ринчин Ринчинов, Республика Бурятия. Приглашаются Александр Иванов, Республика Саха-Якутия, Виктор Жербаев, Бурятия. Судья Табаев просит подойти на рабочее место. К выходу на ковер Б приглашаются Гергенов Лев, Фомин Олег. На ковре Б победу одержал Кривошапкин Владислав. Приглашаются Гергенов Лев, Республика Бурятия, Фомин Олег, Республика.